Поближе, постарайтесь подойти, Наташа. Поближе мне говорит-то. Значит, самое первое, что коровы ходили, не сдали, не досмотрели, ушли туда, наверное. Ну, отсюда вывод делать надо. Ну, вывод-то делать надо. Коровы во время моления ходят, коровы, телята, это ваши, тут не чьи-то. Ну, найдите сразу виновного и поставьте на место. Второе, утром я выезжаю, там, где у меня балерина, пасется баран. Это значит, они его, кто пасли, где-то оставили, он пришел. Но у него левая нога на сгибе опухшая. Разберите, чей баран, иначе его не будет. Он где-то останется в степи. Надо посмотреть, куда он ушел, не ушел. Но он маленько прыгает еще. Дальше. Для ребятишек. Вот, яблоки, подходите, берите. Кому сколько надо. Берите в подол, в карманы. Это матушкин там, где... Калашниковы жили, голуби, почти созревшие. Даже некоторые перезрели. Мягкие, сладкие. Я таких яблок тут не видел даже. Так, кому надо, подходите, бери. Берите, ребятишки. А потом я... Виктор, остатки заберешь себе, чтобы я на там взял. Берите больше яблок. Мы специально принесли. Вот одно ведерко отнесли матушке. Раз она нам разрешила, мы старались это сделать. Берите. Полные карманы набираете. Второе. Варлуша, полные карманы набираете. Я не вижу, где Женя. Он был же. Исаак, набирайте, вы что, не подходите? Вот выше нет человека. Я только выхожу, в числе первых выхожу, гляжу, Веня уже у столба. Я посылаю Рема, говорю, крикни, остановись, о нем речь будет идти. Никаких, он усилил шаг и все. Это люди не деревенские. Самое важное общение друг с другом. Общение друг с другом, общение, ставится не ниже богослужения, не ниже. Если, говорит, что ходим во свете, как он во свете, живем, имеем общение друг с другом, то кровь Иисуса Христа очищает грехи. Общение очищает от греха. Нету. То есть совершенно это чуждо. Дальше никак нельзя. В субботу некоторые не ходят ни здесь, ни там. Почему в субботу вечером не приходите? Дождь, ничем не занят, а что? Это уже въелось, вкоренилось. Нету и все. Вы когда-то увидите этот подсчет, ангел подсчитает, вы ужаснетесь, вот такие глаза будут. Неужели это я? Какая ревность должна быть к храму Божию? Какое песнопение тут ангелы? Нет. Не отвлекайтесь на него. Он правильно делает. Я сейчас маленький перерыв сделал. Один мужчина однажды доказал делом, что люди неверующие. Ну, днем продавал яблоки, были, почем они там у него. Ну, время близится, дальше уезжать. И он решил отдать. Подходит так, мужчина, почем яблоки? За даром отдаю. Повернулся, пошел, ненормальный мужик. Так, второй подходит, он давай кричать, женщина мимо проходит. Подходите, яблоки берите, мне выезжать. Никто. Вот он увидел, Степа, а ну-ка иди сюда, подошел, тебе яблоки надо? Надо, бери сколько надо. Он вот фуражку наложил, и дядя, а можно я позову Нюрка, у меня там играет недалеко. Настя здесь и Катька тут бегает, беги, а Катька еще троих там позвала. И они мигом, наверное, все разобрали. Вот это детская вера, не хватает. Бог даром дает спасение, даром. Мы живем в уединенном месте, вот сейчас пришли они домой, пришли. Что они делают сейчас? Скорее схватились за стол? Нет, конечно. Им страшно быть здесь. Страшно, это демон гонит. Почему? Потому что я сегодня скажу о таком, что некоторые давно воруют и не знают, что воры.
Воры, настоящие воры. Ты не платишь десятину, ты обкрадываешь Бога, Бога. И тебе не надо искать никакой причины. Ты не плачешь, потому что вор. У вора никакой причины нет. Игорь поставил радиатор, встал, радиатора нету. Налил солярку, пришел, нету. А кто-то думает, ах, как удачно приехал вот этих попов. Они тут жируют. Но рано или поздно это оборвется где-то. И этого вора будут жалеть. Да кого он там взял на копейку, а его посадили? Не на копейку, он уже на несколько миллионов наворовал. У Бога это высчитано. И где-то дойдет, то оборвется это все. Вы его пожалеете. Его. Он своровал лошадь и понесся. А святой-то видел, что, говорит, плакать о нем начал. Господи, помилуй его, помилуй. А лошадь его сбросила на ручей и затоптала ногами. Серафим это видит, а мы не видим. Мы не знаем, что такое дети. Вчера я обратился к детям, ко всем. Помолитесь. Мы думаем дорогу исправить, вот это, там одна каша на дороге-то. Пруд восстановить, дамбу, там вторая дамба прорывает. Я по интернету не нахожу, чтобы такие сложности были. С полей вода шла, и тут на коротком промежутке все смывает. Как сделать лучше? Помощи нет ни от кого от вас, потому что у вас знания такие же, может, как у меня. Хотя я строил дороги, до дороги строил. У меня 250 рабочих было. Я вчера обратился к этим. Только мы дошли до лагеря, сели за стол, и сразу звонок. Так, и дальше начинается. Мгновенная молитва. Дети, может, еще даже не помолились, а только послушали. И уже ответ. Я так говорю? У меня вот стоят люди-свидетели. Уже в понедельник могут приехать. Я говорю, найдите самого лучшего специалиста. Потому что все, что в интернете я набрал, сижу там, выбираю, как строить дороги, такого нету. Нету. Чтобы вот такая вот вода шла, тут смывала, и там сейчас прокапаем. Высота 1,5 метра, там под землей копаем сейчас. Как шахту копают. Бери, Степанька. Зови, кого у тебя есть. Друзей, братьев, сестер. Все подходите, берите. Ходят по дворам вторые воры. Кто не платит десятину, не оправдайте себя ничем. Вор. Притом вор самый страшный. Апостол Павел платил ли десятину? А ты еще апостол? Я не апостол, я благовестник и миссионер. И я плачу. Чтоб ты знал, я плачу всю жизнь 9 десятин. 9. Из 100 рублей 90 на дело Божие шло. И ни разу голодный не был. Что непонятно-то, что ты Богу доверяйся. И ко мне в руки-то идут не рубли. Почему? Бог знает. Ну, 38 книг издать, все говорят, это Америка снабжает, ЦРУ на Лапкина работает. Нигде Америка мне на книги не давала. Это Бог дает, прямо Бог. Мы помолились, ложимся спать, завтра книгу выкупать. У меня священников несколько дома ночует, а откуда, понятия не имею. Ложимся спать, среди ночи звонок. А у вас храм во имя Климента? Я говорю, нет, во имя Анфима. А сказали Климента... А в чем дело? Да у нас дядя Климент умер. Я говорю, у нас лагерь во имя Климента Анкирска. А вы деньги примете? Помолиться за него надо. Утром Western Union мне уже деньги выдает. А что это? Откуда? Сакраменто. Сакраменто, Калифорния. Вот как Бог делает. Они знали про это? Они не знали. Бог знает. Мой Бог и ответ. Я обратился к детям. Ответ. Ответ через час. Живой Бог, живая молитва, живой ответ. Узнайте это. Человек верующий разве может бежать от собрания? Вы сами маленько смотрите, позаботьтесь. Вот мы пришли на преображение. Кого нету, ничего нету. Стали, стоим, молимся. У меня душа тревожится. Почему нет Серафимы Гавриловны? Ну почему ее нету? Она молитвенница, труженица. Я вышел, дежурный по деревне к ней. А она сидит дома. Как она взахалась, ой-ой-ой, да как я могла забыть, да. Я говорю, так не поздно, еще половина службы. Не поздно, нет. Пока я до туда доехал, а второго человека, кого нет, Любоньки нашей нету. Достучался, встает кое-как, что не знаю, температура, откуда. Ну, Люба, приятно, что тебя ищут. Да, конечно. Что тут говорит-то? Я прихожу, Серафимушка моя стоит в дверях, да проходи. Да нет, я опоздавшая, по уставу нельзя. Она устав знает.
А у нас гости приезжают, с уставом не могут ознакомиться в течение недели. Они не знают, как стоят. Стоят, как на палубе корабля. Стоят руки сзади. У нас же все это описано. Почему вы ни разу не подвели их к уставу? Ребятишки маленькие, все послушные. Только один раз сказал, они выполнят. Но они не знали. Это ваши гости, вы за них отвечаете. У меня детский лагерь, я за него отвечаю. Что бы они ни сделали, это на мне лежит. Напрягитесь маленько. Десятину не платите, воры. У меня здесь пенсия 6 тысяч, я не знаю, 200 что ли, минимальная. Я в январе уже подсчитал за год сколько, и в январе батюшке отдал за год вперед. Дом в 100 раз богаче меня живет. У него и бараны, и матушка работает. Все у них есть. А меня это не касается. Это пустой разговор. Я должен отдать. А батюшка мне среди года в 10 раз больше отдаст. Вы Богу доверьтесь, а Бог знает, у него высчитано все. Я заплатил, то ли будут деньги, нет. Вперед за год. Вперед за год. Почему? Я с Богом разговариваю, это Божье. Он дал мне эту пенсию, иначе бы и этой не было. Теперь вот что. Мне как раз эти люди нужны были, их нету. Говорят, у вас в деревне, я это точно знаю. Собирали ребятишки металлолом. Куда они сдавали его? Кто знает? Ну не может быть, чтобы ребенок что-то тащил домой, и ты не видал железяки. Ну куда сдают? Это кто-то приезжал, не сами же они на велосипеде в Корчино повезли. Куда сдавали металлолом? Он наполовину ворованный. Когда собирали-то? Недавно или давно? В этом году. Давно было. Собирали. Собирали тогда, вот когда еду на тракторе, попадаются железки, я их складываю в трактор. Отвожу, я сдаю, они не сдают, и мне начать вести. Так, поэтому все как через меня. Я так, конкретно. Большую арматурину вот такого диаметра сдавали? Нет. Нету. Чужой не зайдет, где у меня куча металла лежит. По полям, гнилой металлолом. Это я про это Андрюша не говорю. Это правильно, надо собирать. У Павла сколько было алюминия, все вытащили. Ха, так неудивительно. Да еще не удивительно. Это удивительно? Ну, дом стоит без присмотра. Неудивительно, что... Он закрытый и пришел и замок висит. Нет, у него арматура на покосе, через каждого так... Это я согласен, согласен. Но... Стояла она там год-два, эта арматура. Хорошо, у меня где арматура? Конкретно у меня. Еще весной спрашивали. А нету. Все обошел, нету. А я ее берег, она как раз бы сгодилась, и мне мост сейчас вести. Ну, такая арматура, она не сгибается, ничего, стержень. Я никому не давал ее, берег на самый опасный момент. Нету. Я захватывал. Если ничего не найдет, так пакость еще сделает. Прекратите эти сборы. Вот на полях найдете, да еще узнаете, может, тракторист обронил. Еще это надо узнать. Я нашел однажды солидный кусок. Оказался соседний тракторист, за кем он благодарил, не знаю, как там прицеп какой-то таскать. То бывает, цепь отлетит. И еще Игорь, диск этот нашли мы. Доволен? Видишь как? А проще его сдать, копейку какую-то получить. У меня вчера конфликт был. Конфликт с человеком, который в церковь не ходит. Ни из-за чего. И он пришел, пригласил его один брат посмотреть, что мы там делаем. Мы под землей роем сейчас. Эти освобождаем, которые забитые кольца были где-то. Ну и спуститься туда надо посмотреть. Я говорю, ты спустись. Там два шага только шагнуть, и дальше уже со ступеньки видать, как он взыграл, как пошел. Да что я, пацан какой! Видно, что бесноватый. Я говорю, тебе чем обидел или что? Ты предлагаешь то, что у вас грязь, не пройти. А он это, не надо это делать, то, что мы делаем. Не надо. Ему не надо это. Он не просто не надо, он активно содействует, чтобы ничего тут не менялось. Упали деревья, пусть лежат. Пруд этот пропал, пусть пропащий. Дорога не проезжая, пусть не проезжая. Хороший человек, замечательный человек. Но только маленько коснулись. Сегодня я гляжу, двое ходят. Оказывается, Виктор пошел смотреть, никто не заставлял. Жена Иоанна спустилась, там два шага посмотрела. Никакого унижения нет. Там человек сидит копает. Я говорю, глянь, посмотри. Весной вода не могла уходить. И он принял за страшное оскорбление себе, что я попросил два шага шагнуть. Это означает, ни о каком рождении свыше ничего не было. Там колготятся демоны только. Только тронь и поплывет. А верующий, да будет воля твоя. Я не знаю, к кому обращаться за помощью. У меня знаний не хватает, потому что затеяли. Я прошу самого лучшего специалиста в городе найти и привезти.
Даже интернет, наполненный вот такими вещами, мне ответа не может дать. У нас совместилось все вместе. И паводки рядом, и два пруда каскадом идут. Как лучше сделать? Насыпать это насыпь здесь? Надо утаптывать. Какая техника? Самая опасная тяжелая техника, когда пойдет. Вот что нашел. Значит, надо подумать, чтобы не по одной колее ехала. Все время, говорится, удавливать ее, когда будет сделано. Сделано будет. Мы взялись не просто так, чтобы, говорится, языком воздух молотить. С утра до вечера работаем, даже вчера в субботу пошли работать. Наблюдатели. Виктор, наблюдатель, приходят новые люди, ты их в первую очередь подведи к уставу. Это с тебя спрос. Они стоят в храме, я потихоньку, ну, показываю, чтобы они знали. Они не знают. В прошлый раз я говорил, был мальчишка, и только началась служба, и плохо. Вчера стоит уже неплохо. Значит, плохо, когда священник, уже делай вывод. Почему? Сразу стал спрашивать, что? Компьютерные игры. Заморите это все. Вот у меня стоит отрок. Полностью выхолощено все. 4 года на компьютерных играх сидел. Сейчас мы его учим ложку держать правильно. Как Исаакия Пещерского. Сегодня он уже на кухонных делах. Вчера баню топил, чуть не сжег ее. Он, любое дело, вот смотри на него. Ну, 4 года. В компьютерах все разбирается. Он совершенно нормально. Но что бы ты ни дал, я говорю, репей неси, сложил. Положи вот так вот. И он его кладет, а репей вверху-то растопыршенный. И он его положил. Репей-то теперь на него, ну туда переверни, сюда камельками, нет. И теперь сидит этот репей, он ломится. Его не видать, то ли репейный кульс вылез оттуда, или Никита Андреевич. Отрежьте компьютерные игры, спасите детей. Это хуже наркомании. Я вам сказал, а вы вот помолитесь об этом. Что с человеком конфликт, с которым мы не в конфликте были, а только его пригласил один человек посмотреть. А от него совета никакого нет, у него знания никакого нет, а он, давайте камни бутить. Ну, бутили уже ушло. Куда она уйдет, когда у вас желобом дорога? Дорога должна быть бугром, а не желобом. Для дороги вон какая у нас насыпь проложена с той стороны. И она же не рассыпалась, но она улежалась. А у нас сразу по ней будут ездить. Сейчас говорят, что, я просчитал, хотя бы 15 сантиметров слой песка должен по всей трассе быть здесь. Ну, понятно, что речь идет о КАМАЗах, не о двух. Договорились 20 КАМАЗов. Понятно, это деньги. Дальше примерно столько же щебня. Ну, что морщишься-то? Серьезный разговор-то? Помощи никакой я от вас не жду, запомните. К дороге, к пруду в этом году не обращаюсь за помощью. Я знаю, какое ваше состояние, денег нет. Молитесь, все будет сделано. В прошлый раз я говорил, Виктора увеличивает цену за дом на 30 тысяч. Я махнул рукой, отдайте. Но ничего не делать без Лены Анатольевны Барабаш. Она ведет с батюшкой. Потому что там, с кем он дело имеет, верой не пахнет. Сегодня вырвать только что-то. Чего с него рвать-то, когда человек начинает жить? И я сказал, ты занимай деньги, чтобы рассчитаться, а то нужно было матушке. Она тоже маленько потерпит. 10 октября я уезжаю, 11 октября в городе. Я подниму вот так руку и отправлю вам деньги. Бери! Вы слышали этот разговор? Вчера уже мне один отвечает. Молодец, Игнатий, правильно делай. Хоть 300 тысяч я заплачу. Уже в интернете по телефону мне звонят. Что значит живой Бог, живая вера? Я ни копейки не могу взять вот сейчас и дать. Ну нет, и на этом конец. Но я сказал с уверенностью на богатого Бога. И человек расслышал, и вчера мне звонит. Вот это мне нравится. Помолитесь за него, Михаилом звать. Он к нам весьма расположен. Я говорил в понедельник, вот во вторник едет. Наши, что можете маленько сложить и завтра ему послать что-то бы. Человеку 80 лет. Вот. Кто и... Как раз Шерстовитов приехал. Как раз приехал с медом. Вот, вот с медом-то. Надо у него сейчас купить. Он сказал купить меду. Купим мы, сделаем. Ну, хорошее известие. Лена, объясни, когда занятие, во сколько, где. Сейчас в школе. Приходите. Зовите ребятишек, они даже посидят, они увидят, какой порядок. Это им полезно будет. Так, я в прошлый раз говорил
об отдыхе где, вы посмотрите, повторять все это не буду. Относительно железа собирать, Андрей, возьми на контроль себе. Каждую вещь, которую приносят сдавать, спросите, где взяли, кто дал. Мы многое дали. Я отдал все, что можно было. Все отдал. Но осталось то, без чего мне очень трудно. Уже все собрали. На разъезде металлоискатели вот так ходят и ищут. Уже нигде ничего нет. Ничего нету. Ну и слава Богу. Спаси Христос. Так, я как будто бы все вам сказал. Попрошу еще помолиться за понедельник, приедут. Вот вчера ответ был, поступил через час. И позвонил член нашей общины. И говорит, что техника как раз через него и идет. Алексей-то, понятно? Вообще, если он приедет сюда, значит, уже речь ведем, чтобы, если можно, ну, бульдозериста не курящего, мы уже... Ну, дальше, если нет таких, да почти никого нет. Ну, в кабине курил на нашу территорию, чтобы он не сходил с папиросой. Ну, согласно, это уже можно сделать. И если дальше будет, а КАМАЗы нужны, может, нужны будут, когда все утрясут. Я себе не доверяю, у меня знания есть и весьма ограниченные. В интернете я ничего не нашел, повторяю. Помолитесь, чтобы Бог вразумил меня и этих людей, которые приедут. Может быть, будут завтра. От вас нужно только желание помочь. Желание – это очень сильная поддержка. Молитвенная. Ну, нет денег. Ну, и нет, и нет. Теперь с тобой, дружок. Ты частенько опаздываешь на 7 минут. Ты прочитай, там написано. Два раза ты опоздал, ты должен написать объяснительную для старосты, староста и наблюдателю. Опаздываешь на 1-2 минуты. Это не потому, что ты там сепарировал, а потому, что привычка. Прекрати на этом. Встань на 5 минут раньше. Опоздать... Это плохо. Опоздать это не успеть. Ну и все. А раз опоздал, два, три, ну это не, это уже привычку входит. Некоторые не ходят вечером в субботу. И все, и ты их не заставишь ходить. Почему? А уже все, вкоренилось. Не ходить, обойдемся. Мне этого достаточно. А когда начинаешь дальше говорить, там ничего нет, он отстал. Давно уже отстал. Вот так. Так, Игорь. Через Андрея. Может быть, какие-то есть небольшие пластинки железные. Где переход, нам нужно сварить вот такой барьер, чтобы глина не сваливалась. Всякие разные наварить. Ну, уже каркас есть. Я так понял? Каркас-то у нас есть. Ну, все, что не так. А потом упоры какие-то. Что есть, ну, кто с железом дело имеет. Надо пособить будет. У меня все, что есть, я отдал. Все у меня. Вопросов нет? Яблоки забирайте. Пожалуйста. Хорошие яблоки, набирайте, будете целый день есть. Степ, ты же набрал, хватит. Степ, он на всю семью сразу. Надо посмотреть, может быть, для того, чтобы нам хранить от мышей. А, нет, это сломает. Может быть, я не соображу. Подол собирайте тоже. Только поподробнее, кто там тебе позвонил? Позвонил Андрей. Как раз это техника, это их техника. Вот коляску. У меня вера, Большая, вера. Вот такой. Тоже звонок, тоже я попросил Сергей еще раз. А бензин. Потому что очень сложный рельеф. Сложное место, и там, и здесь, и промыто, и бобры. Мне нужно, чтобы все человек дал, как есть. А Валерий там кто тогда у них? Не знаете? Не знаю пока. Мы на месте можем узнать. Ну, может быть, там кто-то, да, что-то. Не, же как, 11 имеет бульдозер, пятеро прицепляются. Так, Виктор, донеси домой, и чтобы Анна тебе законсервировала. Ведро принесешь потом. Сегодня. Ну, я эти взял, бруски-то. Да. Других у меня больше нет. Если будут, то там. Пошли. Притом есть, это очень вкусно.